Всем привет! Привет! Наконец-то я дома! Все! Да. Привет, привет! Я хочу сейчас чай попить, потому что я даже не завтракала сегодня. Вот на съемках была. История, конечно, ай-яй-яйсная была. Вообще прям, ну там, очень жалко. 13-летний подросток, конечно, попал в очень тяжелую ситуацию. У него мама... На мужском и женском на первом канале сегодня я снималась, вот, получается история, мама после того, как ее мужа, отца мальчика посадили по нехорошей такой статье, вот, начала еще и плюс ко всему пить, бедный ребенок, короче, там, не знаю, за голову хватается бабушки и всех. Что делать дальше? Круто выглядит, да, накрасили, мне тоже нравится, как вообще. Укладка тоже мне понравилась вообще. Люблю стилистов Первого канала, обожаю. Вот я как не приезжаю, мужское и женское, мне всегда что-нибудь такое интересное сделают. Так, Либерша, у вас... Так, когда... Этот выпуск будет. Когда будет выпуск, я обязательно вам скажу. В Инстаграм я всегда вывешиваю. Вот, я не просто так зашла в прямой эфир, я хочу... Так. Чаёчек. Вот, я не просто так зашла в прямой эфир. Ребятки, смотрите, я завтра выставлю пост, а может быть даже сегодня вечером выставлю пост, ссылкой на официальную страницу в Инстаграм программы «Мужское и женское». Так вот, ребят, вы сможете совершенно спокойно либо в директ, либо по указанной электронной почте там написать и рассказать о своей жизненной ситуации, о своей жизненной истории, которая у вас на данный момент там происходит. Может быть, не о своей, может быть, у вас у соседей что-то, проблемы какие-то, может быть, и у близких, может быть, у родных, может, у друзей, я не знаю. Вот. Формат программы вы знаете все прекрасно. Привет-привет всем еще. Программы, формат, вы знаете все прекрасно. То, что там помогают и ведущие, и эксперты, и юристы, и дают огласку ситуации вообще на всю страну, и помогают в тяжелых случаях. Так что, если у вас действительно есть какая-то информация по этому поводу, то, пожалуйста, обрисуйте ее, и редактора передачи обязательно вам помогут, и, я думаю, исправят ситуацию. Потому что очень много из моих подписчиков, ребят, кто пишет, у кого там тяжелый развод, у кого там, не знаю, насилие в семье, у кого-то там, не знаю, какая-то своя история, кто-то трудно болен и там произошла тоже какая-то нереальная ситуация, в которой действительно могут разобраться только эксперты и профессионалы. Так вот. Давайте welcome туда. Пост, кстати, вот предыдущий, где я у вас спрашиваю по поводу мейка и прически, там тоже ссылка вот как раз-таки на передачу «Мужское и женское». Вот туда вот можете все совершенно спокойно изложить, так сказать. Вот, потому что вы мне в директ пишете о своих тяжелых моментах, о своих тяжелых ситуациях. Это не понимаете, что вам, мне проще, наверное, открыться, потому что вы меня знаете уже сколько лет, да, и как бы... моментом, советом или там, не знаю, поддержка какой-то там добрым словом, я помогаю, но я опять-таки говорю некомпетентно в плане, как может быть юридических вопросов или еще каких-то ситуаций. Вот так вот. Я вас люблю очень-очень-очень сильно-сильно-сильно. И вообще, ребятушки, все, нужно стремиться к большему, к лучшему и решать свои проблемы. Пускай при помощи там профессионалов и специалистов, но решать самое главное. А, и еще. Сейчас выставлю обязательно тоже у себя пост по поводу моей интернет-работы, в которую я приглашаю абсолютно всех и каждого, кто действительно готов со мной вместе двигаться. Это очень хорошая рекламная интернет-платформа.
где любому человеку со своим бизнесом, будь это, не знаю, владелец такси, ресторанов и вообще, в принципе, владелец какого-то своего проекта, будет интересно. И также обычным потребителям, кто покупает интернет-продукцию, продукцию через интернет, любые вообще делают покупки через интернет, тоже будет очень выгодно со мной посотрудничать. Так что, ребятки, ссылка у меня в шапке Инстаграм в мой чат в Телеграм. Вы можете совершенно спокойно перейти по этой ссылочке и зарегистрироваться там. И подробно о работе я могу вам в любой момент сообщить. Вот так вот. Имейте в виду, мои хорошие. Так что жду вас всех в своей команде. Вместе мы силы. И запомните раз и навсегда. Тот, кто одинок, он никогда не сможет добиться больших результатов в делах и в работе. Обязательно за каждым мощным и сильным человеком стоит очень большое количество людей. В нашем случае, если вы хотите действительно зарабатывать денежку, не просто работая на какого-то дядечку и зарабатывая ему денежку, да, а сами, ну, перебиваете с копейки на копейку, а хотите совместно со мной действительно достичь хороших результатов, я вас всех жду. Привет, привет, привет всем, всем привет. Я вас еще раз говорю, люблю. У меня сейчас сядет батарейка, так что всем пока-пока. Имейте в виду, ссылка в шапке Инстаграм. Вот так вот. Хорошего вам вечера. Давайте, welcome, 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 все, welcome, заходите все сюда, заходите, жду вас. Меня слышно? Нормальненько меня слышно или как вообще? Рассказывайте. Вот, не отстану я сегодня от вас. Короче, думала в прошлом прямом эфире я все рассказала, вот как бы оказалось, что не все. Сейчас знаете, куда я пойду? Сейчас я вам скажу, куда я пойду. Я пойду в театр. Что-то у меня последнее время не осень, а просто праздник какой-то, да? Я была вот буквально недавно в театре на Малой Бронной. Вот, сейчас я поеду в ТЮЗ. ТЮЗ, который находится в городе Королёв. Вот, сегодня будет... Так, 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 что такое, почему не... Так, так, так. Почему не устраиваешь конкурсы среди подписчиков? Как это не устраиваю? Я устраивала конкурсы среди подписчиков, и достаточно часто, как бы, ну, мне же хочется, чтобы у вас не просто был какой-то, да, там, ну, мифический подарок, да, от меня, а хочется, чтобы он был хорош, качественный, не знаю, продуктивный. Как бы остальные, я смотрю, устраивают конкурсы какие-то, типа то, что я там, я супер-мега-стар участник телепроекта «Дом-2», подпишусь на тебя, если ты выиграешь, да не подписывайся, в принципе, как бы, и не надо, да, или я тебе лайк поставлю, если ты поучаствуешь в конкурсе, да бред, короче, какой-то. Вот. А мне хочется, чтобы была хорошая мотивация, чтобы вы потом думали, вспоминали там обо мне. Как только у меня появляется возможность, я устраиваю конкурс. Так, Либерж, ты в своей квартире или ты... Так, ты... Ты, ну, снимаешь, наверное, да. Снимаю, конечно же, я снимаю жилье. Да. Вы что, я надеюсь, что в следующем году, дай бог, я уже смогу приобрести
себе свое жилье, потому что уже пора, и нужно уже задумываться о детях. Это уже не просто задумываться, нужно уже, по сути, активно их делать, начинать. Вот. А так, конечно же, да. Потому что в этом году, 17 декабря, мне уже 31 год, понимаете, да, 31 это уже такой хороший возраст для того, чтобы детей в школу отдавать. А я только начну делать, я надеюсь, их, вот. Поэтому на свой день рождения, это я обращаюсь ко всем своим друзьям и вообще тем, кто хочет меня поздравить, мне не нужны сервизы, повторюсь, не нужны тостеры, мне нужны только денежные средства. Если вы хотите меня поздравить на день рождения, то я номер карты укажу свой 17 декабря в Инстаграм, и будьте любезны, пожалуйста, поздравляйте меня по номеру моей карты, потому что в следующем году я собираюсь приобрести себе жилье, и денежка уж как никогда мне прям нужна. Вот, привет, Либерж, привет-привет. Так, воу, какая красотка. Где твоя некрасивая подруга? Джозеф! Точно! Джозеф моя некрасивая подружка. Вот, да, вот на этом мы и сошлись, поэтому мы и дружим. А, где ты живешь? Сейчас не скажу, адрес не скажу. Так, здравствуйте, Либерж, вы где сейчас живете? Не где? Не в Башкирии? Нет, я в Москве. Я в Москве сейчас, ой, нос зачесался. Я в Москве уже давно, я живу в Москве, у меня родители в Уфе живут. Вопрос такой, ты пьяная? Нет, я не пьяная. И вообще, в принципе, пьяную вы меня не увидите, потому что я алкоголь из своей жизни исключила давным-давно. Вот. И исключила не потому, что у меня там были проблемы с алкоголем, как многие недоброжелатели все мечтали и мечтают сказать гадость в мою сторону, а просто я не захотела видеть его в своей жизни, и вообще, чтобы он как-то соприкасался со мной, или вообще, да, это ни к чему, это губит. Так, привет, на Дом-2 не собираешься? Нет, не собираюсь, ребятки, как бы, ну, что, с кем воевать? С кем на Доме-2 воевать, с кем строить отношения? Не с кем. Я ж там разнесу всех в пух и прах. У меня язык-то такой, знаете же меня. Так что зачем калечить участников? Психику им подрывать. Так, Либерж, у тебя еще есть ювелирный магазин. Ребятки, ювелирный магазин у меня переместился с наземки в интернет-просторы. И я думаю, в ближайшее время я вам презентую свой сайт, где вы сможете совершенно спокойно посмотреть ювелирные изделия и приобрести их дистанционно. Вот так вот. Тебя на Доме-2 не хватает. Спасибо, это приятно, что столько лет уже прошло, а все равно хотите, чтобы я там была. Очень приятно. Так, так, здравствуйте, Либерж, вы очень красивая. Ой, ну, я покраснеть не покраснею, по мне не видно будет, но вообще, в принципе, мне очень приятно. Спасибо большое. Вот. Так вот. Так, 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 дайте-ка я... Ой! Упала. Упалю. Так, 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 привет, Суфы, Уфа, привет, 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 халявнищик. А, так, ты на Доме-2 хоть бы их построила. Да, ребят, да что их строить, их ведущие, ой, да что ж такое-то, их ведущие даже не могут построить, как бы, знаете, я в шоке, если честно, над тем, что... Ну, как бы, ведущий, не ведущий. Видно и очевидно то, что, как бы, что Ксюша, что Бузовы уже чихать на участников, плевать на них, как бы, на их поведение, и они особо даже не разбираются, им все равно, что у них будет, это очевидно, да. Остальные, как бы, ну, они в помощь Ольге Бузовой и Бородиной, как бы, они практически не участвуют ведь в жизни. Раньше, что Ксюша, там, что Оля, они как-то переживали за ситуации наши, потому что видели, что это настоящее, это жизнь, что мы переживаем, что мы мучаемся, что у нас проблемы, или наоборот, искренне радуемся, поэтому им хотелось нам помочь. Сейчас я бы тоже не особо хотела помогать.
Кому помогать? Бабе, которая, извините, дала половине периметру, и потом сидит, хлопает глазами и удивляется, почему к ней все так относятся. А что ей скажешь, если, извините, как бы, ну бесполезно что-то говорить. Она выйдет за периметр, будет еще в 1000 раз больше половых партнеров, как бы, а толку силы тратить? Так, будь ведущей «Дома-2», не хватает твоей, ну, блин. Я бы, конечно же, может быть, бы и стала ведущей «Дома-2», но, к сожалению, вакансии все разобраны на пост ведущей, и как бы в момент, когда меня пробовали на именно на место ведущей, в это же время пробовали и Юлию Ефременкову, да, как бы, но на тот момент она, естественно, была в топе, был и Сережа у нее, она была 24 часа в сутки на проекте, и, конечно же, проекту было гораздо выгоднее взять Юлю, потому что, как бы, ну, потому что, сами понимаете, это рейтинг, это вот, ну, по истечению времени, я не знаю, как бы, оправдала, я думаю, она их надежды, потому что мне это больше предложений не поступало. Вот, Лип, ты не употребляешь? Ребят, ну идиотский вопрос, ну что за бред-то, употребляешь, не употребляешь? Люди, которые употребляют, они выглядят абсолютно по-другому, и они, и речь у них другая, и рассуждают они по-другому, и живут они по-другому, и, ну, как бы, посмотрите на то, как я живу, как я люблю, как я люблю своих родных и близких, как я отношусь к своим друзьям. И, извините, пьющий человек так не сможет. Вот. Пьющий человек не любит никого, кроме себя. А я, к счастью, люблю жертвовать собой ради родных. А Орлова там до сих пор? Да, Орлова до сих пор. Лип, ты замужем? Нет, я не замужем. Я одна. Одинокая одиночка. Вот. Ну, у меня есть, конечно же, симпатии. А, вот. За мной ухаживают. И причем очень даже так активно ухаживают. И я счастлива. У меня есть некий момент, не знаю, влюбленности, наверное. Так что все хорошо. Ты была самая крутая на «Доме-2». Спасибо. Не курс сейчас? Нет, ребятушки, я как писала вам летом, я как бросила, так и все. А мне очень повезло, я в больницу потом... Повезло, в больницу попала. Ой, какой кошмар! Я когда, да, бросила курить, потом спустя какое-то время, я вот, к сожалению, попала в больницу, но, к счастью, как бы не продолжила курить, потому что находилась в больнице. Вот. Так, 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 ты самая лучшая, красивая. Ой, спасибо. Матурым, ой, спасибо большое, самая-самая красивая фигура, огонь, ой, ну, за фигуру спасибо. Ну, как бы, насчет красивая, я считаю, что каждый хорош человек, он красив. Понимаете, да, как бы не бывает, извините, красоты в бездушной кукле. Не бывает просто. Знаете, как рот откроет, и хоть стой, хоть падай. Лучше бы не открывала, прям вот серьезно. Привет из Астрахани. Астрахань, привет. Где ты работаешь? Ребятки, я вам выставлю пост по поводу одного очень хорошего проекта. Ну, я уже рассказывала про него в предыдущем эфире. Этот проект поможет не просто и вам заработать, и как бы всем, кто со мной подключится и станет моим партнером, но еще и дать возможность вашим близким заработать, еще и плюс ко всему сэкономить на любых покупках в интернете. Ну, это как бы недолго объяснять, но я хочу с вами просто поболтать. Вот. А по поводу работы я обязательно объясню, следите за моим инстаграм, я буду выкладывать посты, и скоро, кстати, презентация будет по поводу вот этой вот интернет-платформы, я обязательно выйду в прямой эфир, чтобы вы наглядно поняли, о чем речь идет. Так, когда выйдет фильм с твоим участием? Ой, дайте отснять хотя бы, а то я вот приболела, так и не смогла еще доснять. Так, Либер, что с Рудневым? Я, господи, откуда знаю? Я знать не знаю. Я его видела так же, как и вы последний раз, вот через телеэкран. Больше не видела. Как ты относишься к Чернову? Вы прикалываетесь, что ли? Слава богу, я к ней никак не отношусь, знаете, близко даже, как бы. Это просто слов нету, знаете, как говорится. Человек может купить книгу,
но культуру он не купит никогда. Этим все сказано. Как бы. Лебеж, привет, с Кишинева, пупс, привет! Так-так-так, красотка, спасибо большое, что еще вы мне пишете? Я бы еще... Ну, пора. Ой, деток кормить. Ну, и приятного им аппетита, покормить, конечно, малышей-то надо. Либерш, ответь, пожалуйста, что означает твое имя? Вообще, если вы даже нагуглите, такого имени больше нету в мире. Вы Гуглу верите? Вот в Гугле больше нет имени Либерж. Есть какой-то хор, насколько я помню, под названием Либерж, но опять-таки даже пишется по-другому немножечко. Вот. И все. И, по-моему, какой-то еще в 30-е годы, то ли в 40-е, был такой спортсмен. Но это фамилия у него была Либерж, а не имя. Вот. А имя у меня Либерж, это папа меня назвал... Вот, это очень такое древнее африканское, сейчас уже и французское имя. Вот, в переводе как человек, который ходит под защитой Бога или свобода. Вот, Либерж какое. Так, 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 так. Какое блюдо любишь? Блин, вот после больницы, говоришь, у меня из-за поджелудочной, потому что, ребят, не пейте никогда энергетики. Никогда просто не пейте энергетики. И тем более не ешьте фастфуд. Я вас умоляю, я вас прошу просто, родненькие. Вот прям вообще категорически откажитесь от этого напрочь. Я вот на протяжении, наверное, месяцев двух или трех я активно пила энергетики, они уже вошли в мой как бы, ну, ежедневный, каждодневный рацион питания. Я могла выпить до 5, наверное, банок в день энергетиков, можете себе представить, да? Но там что-то много навалилось, и работы, и съемок, и рекламы, и всего-всего-всего. И в итоге вот я себе вот так вот сорвала поджелудочную. Это очень страшно, это опасно, и ни в коем случае не пейте, я вас очень умоляю. А, любимое блюдо у меня, ну, раньше было, когда мне можно было, это мяско по-французски. Но, в принципе, и сейчас можно, только мне главное без грибов, чтобы было. Вот, а так можно, так вот, в духовочке, главное, чтобы не сильно жареное было. Вот, я тоже пила теперь... Вот, от одной банки живот болит. Это вот звоночек, понимаете? Это кошмар. Не, не вздумайте, не надо, не пейте эту гадость. Так, Махачкале привет передай. Привет, Махачкала! Привет вам, большущий. Так, еще про что я хотела вам сказать. По поводу имени сказала, по поводу... Еще что-то я хотела сказать вам, такое важненькое же. Важно-важно. Вот, привет. По-татарски хорошо понимаешь? Нет. Поэтому я башкирский, татарский язык, ну, он не... У меня так. Знакомство с ним очень поверхностное. Вот. Вот, вот, вот. Привет из Армении. Привет, Джаным! Как бывший муж поживает? Я не знаю. Можете узнать у него. Туймазы. Что Туймазы? Туймазы, привет. Привет, Туймазы. Так. Новосибирск, привет! Как на Дом-2 попасть? Ну как кастинг, там же все время там говорит то Бузова, то еще кто-нибудь. Приходите на кастинг на Дом-2. Звук пропал, сейчас есть, привет. Мой муж живет в Америке, он очень... Ага, и запрещает вам фастфуд. Правильно делает муж? Ой... Правильно делает, конечно. Так, Либерж, передай привет Грозному. Салам алейкум, Грозный.
Привет вам, большущий прям. Либержан написал привет с Казахстана. Казахстан, привет. Я в Казахстане была, в Астане была, в Алмате была. Вот, привет из Нижнего Новгорода. Нижний Новгород, привет. Можно с тобой эфир совместный, хорошо? Пожалуйста, хорошо? Нет, совместный эфир я не делаю, ребятки, потому что был у меня уже один случай, когда я, простите, была в прямом эфире. Голый писюн мне в экран засунул. Ну, короче, смешно, конечно, было и печально. Я, естественно, удалила сразу же это все. Усе, привет, большущий. Да, писюн. Так, на Дальнем Востоке... Нет, не была, не была. Привет. Есть искренние пары в Доме 2. Ребят, вот я могу сказать так. Если бы я оказалась на Доме 2, вот тогда бы я точно сказала. Сейчас я даже не ручаюсь говорить за кого-то о искренности. Вообще это слово нужно им исключить пока из вообще. Естественно, красиво. Конечно, стилисты Первого канала поработали, накрасили, еще и сделала, короче, этот, как его называется, программку вот эту вот с блестками, да, которая в Инстаграм. Я очень естественная. Просто от природы вот такая. Я просыпаюсь такая, ребят. Да. Я вообще только-только встала, понимаете, как бы. Ох, да, тяжело жить красивой. Берут всех или нет? Ну, ребят, конечно же, не всех берут на Дом 2. Видимо, хотя сейчас, наверное, прям вот, ну, не знаю я даже, не знаю, это как нужно, что нужно, не знаю я. Звука нет, да, ребят? Да ладно. Звука нет? Так, 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 а так слышно? Слышно, ребят? Слышно, нет? Ребятки, ответьте, пожалуйста, слышно меня? Все, понятно. Что за девица на заднем плане? Это картина вместе со мной. Вы что? В смысле, что за девица? Это, между прочим, это я. Вы что, меня не узнали, что ли? Это же я. Вот. Как вы меня не узнали? Ничего себе. Вот, да-да-да, слышно, слышно, слышно. Это не может не радовать. Вот. Короче, буду я сейчас собираться на спектакль в театр ТЮЗ в городе Королёв. Что одеть, я не знаю. Ну, что-нибудь такое аккуратненькое, да, как бы не будем сильно привлекать к себе внимание. Мы и так эффектные дамы, да, с вами. Поэтому что-нибудь скромненькое в одежде. Вот. Так что вот так. Ой, ну все, мои вкусные, я с вами поболтала, мне даже как-то веселее стало. Надеюсь, вам тоже, эфир я сохраню, заходите ко мне почаще. И вообще, кстати, нет, заходите ко мне почаще, ребята, это прикол вообще. Вы в курсе, да, то, что с сегодняшнего дня, получается, с 19 числа, а сегодня какое? Сегодня 21, с 19 числа, не с сегодняшнего дня, с 19 числа Инстаграм начал бороться со всеми аккаунтами, которые накручивали себе подписчиков там и там, ну, искусственных ботов и все остальное. Мне кажется, если действительно инстушечка прям вот именно возьмется за то, чтобы почистить все странички, вот там вот мы это посмотрим. Так что я думаю, вы подписаны на многих
девушек, у которых зашкаливает просто инст от количества подписчиков, нужно будет проследить, у кого они уменьшатся в количестве. Значит, все-таки накрутка была. Значит, популярность какая-то такая сомнительная, понимаете, да? Вот. Звук пропал. Да что ж такое? Что же...